Вот ты где! Ты покойник!
А ну стой, мистер! Еще один шаг, и я, блин, тебе башку нахер отстрелю. Я не шучу. Тебя сюда не звали, так что мотай отсюда на... Там опасно, даже для такого храбреца, как ты. Там чудища живут. Конечно, но она идет через Little Lamplight, а в Little Lamplight я тебя не пущу. Ищи другую дорогу, дылда. Думаю, ты вполне себе ничего, дылда. Можешь войти, но лучше меня не доставай. С днем рождения, Липучка! Извини, я пропустил праздник. Да, как я его понимаю. Мне очень жаль. Ничего веселого в этом нет. Худший день моей жизни. Пора уходить. Ты знаешь правила. Правила глупые. Ты теперь дылда. Ты должен уйти. Может, я еще ненадолго останусь? Пока, Липучка. Ага. Пока, Липучка. Ну, эй, хватит уже стоять. Что иди происходит, отсюда. А? Хихоньки-хахоньки, как обычно. Тогда ладно. Эй, новенький, может, тебе уже сказали, но давай объясню раз и навсегда. Я принцесса. Пока ты рядом, ты слушаешь меня. Ты затыкаешь рот и делаешь все, что я говорю, потому что я тут главная. Ясно тебе? Ну кто ты вообще? Лучше бы тебе меня слушать по-хорошему, иначе мой добрый приятель Эр-Джей вышвырнет тебя из города. Или еще лучше, запрет в убежище. Так что не доводи меня, новичок. Кивай и исполняй, и все у нас будет хорошо. Мы туда не ходим, там плохо. Спроси мэра, если хочешь больше знать. Ничего я тебе объяснять не стану, дылда. Заткнись и вали отсюда. И только попробуй еще меня подоставать всякими глупостями вроде кличек. Слава тебе, Господи, разрешили, придурок. Увидимся. До скорого. Привет. Самое время. Слушай, я в город всех подряд вонючек не пускаю. Тебя только в качестве исключения. Так что, добро пожаловать в мой город. По крайней мере, пока ты не выебываешься. А если будешь выебываться, получишь подъебник и марш наружу. Ай-яй-яй! Ты просто большой ребенок. Но ты дылда, а я дылд не люблю. Хочешь в компанию, иди заплати дылдам, чтобы с тобой дружили. И пусть они рассказывают, какая ты большая цаца. Ясно? Организацию? Да какая тут вообще, блин, организация? Анархия в чистом виде. И, блин, лучше вообще не придумать. Мы тут, блин, все не поместимся. Так что рано или поздно всем, блин, придется уходить. А там снаружи полная хуйня и безнадега. Так что нам тут клево. Пока мы здесь, и какой-нибудь так вроде меня порвет, чтобы всех остальных не лопнуло. Люди меняются, когда они вырастают. А дылдам доверять нельзя. Когда возраст поджимает, мы уходим в большой город. По крайней мере, так учит Джозеф. Но на самом деле у нас просто не хватает места и еды на всех. Так что приходится выгонять некоторых, чтобы город выжил. Это, мать его, очень тяжелый выбор, но иначе не выжить. Да все просто, блин. Каждый, блин, малыш, блин, может сказать, что хочет стать мэром. Просто мало кто хочет париться. Мэр управляет, пока остальным он не надоест. Тогда приходит новый мэр и дает им пи***ды. Один продержался аж 5 минут. А вот я целых 3 года. Для многих малышей это значит, блин, что я, блин, пожизненный мэр. Меня устраивает. Самое время.
Там опасно, даже для такого храбреца, как ты. Там чудища живут. Да, это надо идти через убийственный проход. Правда, там опасно, но это единственная дверь, которая работает. Единственный путь, который открывается. Да, другая дверь еще до меня не работала. Компьютер поломался, и даже Джозеф не может его починить. Я мэр, а не нянька Дылда. Без понятия. Может, он там у двери болтается. Хер его знает. Ну и вали отсюда. Прошу прощения. Ух ты, ну и рост! Выше тебя тут никого нет? А я самая маленькая. Меня на самом деле зовут Бетти, но все зовут Спотыкушка. Как тебя звать, большая дылда? Приятно познакомиться. Ты из убежища? Говорят, там внизу чудовища. Эклер как-то рассказал мне о них. Они схватили его и укусили прямо за лицо. Вот почему у него один глаз. Но ты вроде не выглядишь как чудовище и вряд ли кусаешь кого-то за лицо. Ты смахиваешь скорее на милого жителя убежища. Это просто имя, понятно? И не моя вина, что я обо всё спотыкаюсь. Люси говорит мне еще расти и расти. Пока, житель убежища. Новичок в городе, да? Что ж, если Макриди тебя впустил, это добрый знак. Я побрякушка. Поддерживаю тут боевой дух. По крайней мере, скучать не даю. Так ты вообще кто? От тебя будут проблемы? О, так это ты! Молодец! Надеюсь, вы хорошенько их высмеяли перед тем, как свалить, чтобы неповадно было. Кстати говоря, я побрякушка. Поддерживаю тут моральные ценности. То есть собираю слухи, рассказы, истории и временами делюсь ими, чтобы всем было весело. Боевой дух круче, чем спёртый, правда? Ну, формально я тут патрулирую и обеспечиваю мир. Обычно это означает следить за тем, чтобы все были довольны и никто не встревал в неприятности. Понимаешь, сложно должным образом обеспечивать мир, если уже потерял его. Так что, бряк, шутки, хочешь послушать? Сейчас развеселю. Тук-тук. Ной. Ной от того, что нет еды. Вау, ты правда так думаешь? Что, реально смешно? Может, и остальных убедишь, что это забавно? На самом деле, большинство наших шуток из старой книги, которую мы нашли в убежище, под названием «Большая книга детских анекдотов от мальчика из убежища». Они не очень-то смешны, но знаешь, когда слышишь их, становится как-то спокойнее. О, у нас много смешных историй. Например, когда Сэмми пристрелил рейдера, который решил, что он девочка. Но сюда доходит мало слухов с поверхности. Поисковые отряды все время прячутся, так что они узнают мало новостей, понимаешь? А мне бы очень хотелось услышать новые рассказы о большой таинственной земле наверху. Так что если узнаешь что-то забавное, ты сразу мне рассказывай. Правда? Расскажи, расскажи мне ее.
Ну, так ты, значит, как рассеянный клерк? Папочку ищешь? Ха, ладно, так что дальше? Ого, чертовски неудачно вышло. В смысле, я хотела сказать, что очень сочувствую твоей потере. Ладно, так что дальше? Да, это правильно. На то, чтобы сложить хорошую историю, уходит время, верно? Ну, когда ребята стали называть барахольщика его новой кличкой, мне она тоже понадобилась, ясно? Если вы близнецы, не очень-то прикольно зваться барахольщик и Сью. До скорого! Ух ты! Вот повезло так повезло! Меня зовут Липучка. Забудь про этих детишек. Я отведу тебя в большой город, где живут дылды, то есть взрослые. Как раз сам туда иду. Да нет, конечно, я же уже взрослый, могу и сам справиться. Зачем терять время с малышнёй в Little Lamplight'е? И ещё того и гляди, все крышки утащат, чуть отвернёшься. Так что давай, пошли в большой город, я покажу дорогу. Меня в Little Lamplight больше не пускают. Там живут только те, кому не исполнилось 16 лет. Так что, как закончишь возиться с малышами, вместе двинем в большой город. Я тебя снаружи подожду. Ты у меня смотри. Спасибо за помощь. Мы бы и сами выбрались, но было очень кстати. Так что... спасибо. Давным-давно принцесса убедила всех, что она должна быть мэром. Первое, что она сделала в должности мэра, это стало требовать, чтобы должность переименовали в принцессу. Через 5 минут Макриди врезал ей в нос и стал новым мэром. Это было круто! Ага. Макриди сказал, что нам нужен кто-то, кто будет нас беречь, а не править нами. А потом он ее треснул. С тех пор она больше не вякала. Вот почему он до сих пор мэр. Надеюсь, когда-нибудь я стану таким же крутым. Быть того не может. Думаю, она на него запала. Она так странно себя с ним ведет. Спасибо. Может, ты собьешь с нее спесь, а? Ладно. Вы слушаете радио Анклава. Голос Америки. Эй! Вот здорово. Еды и так мало, а RJ еще новеньких пускает. Ладно, если ты не будешь вонять про то, что я жрачку готовить не умею, проблем не будет. Ну скажи, что ты думаешь о пещерной плесени в водянистом грибном соусе? Это правильно. С учетом того, что мы тут обычно едим, от такого многие не отказались бы. Будь у нас тут брамен, конечно. Слушай, меня зовут Эклер, только не смейся. Я тут главный повар. У нас мало чего есть, но я из кожи вон лезу, чтобы сделать это съедобным.
Если захочешь поесть, приходи ко мне. Никогда не поверишь, что ешь обычную пещерную плесень. Честно, когда мы не можем ничего добыть снаружи, мы соскребаем всякую дрянь со стены и снимаем с воды. Нет, правда. В основном мы питаемся плесенью, которая растет в этих пещерах. Не так уж и мерзко, когда привыкаешь, а особого выбора у нас нет. По крайней мере, она весьма сытная, так что много нам съедать не приходится. Но, боже мой, какой у нее ужасный вкус. Очень сложно найти ее, и я не слышал, чтобы она росла в других пещерах. Не знаю, почему она тут растет, но без нее мы бы не выжили. Думаешь, грибы на деревьях растут? Нет, они растут в пещерах. Это побрякушка однажды сказала, а теперь навсегда в голове застряла. Она тут просто сама растет. Все, что остается делать, это собирать ее и готовить. Я по большей части пытаюсь только вонь отбить. Говорят, плесень растет в бассейнах, куда первые лэмплайтеры сваливали дылд. Самая большая польза, которую они принесли. Не знаю, правда ли это, но временами поисковые отряды возвращаются с этим странным мясом, которое на вкус ужасное, но грибку нравится. Не знаю, где они находят мясо, но если бы тебе удалось принести немного, я бы с радостью обменял его на плесень. Конечно, с разрешения Маккриди. Конечно. Нет, кличка у меня не потому, что я располнел от крема, если ты об этом спрашиваешь. Когда-то, когда я был в поисковом отряде, я нашел несколько страниц старой поваренной книги. Иногда я пробую готовить по этим рецептам. Заруби себе на носу. Никогда не пытайся приготовить эклер из пещерной плесени. Вкус останется с тобой навсегда, и совсем не в хорошем смысле этого слова. Самое время, блин. Эта плесень не становится вкуснее. Ты у меня смотри. Спасибо за помощь Пенни и Бельчонку. И Сэмми тоже, кажется. Эй! Ух ты, ну и рост в тебе! Ты выше большинства местных! Ну, в смысле, большинства местных, которых мы и не перестреляли за то, что они косят под местных. Так как тебе удалось оказаться здесь и не попасть под пулю? Мне надо в тебя стрелять? Потому что, знаешь, мне бы не хотелось, но если надо, то ладно. Это хорошо. И мне нравится, когда я с пушкой по городу хожу, так что я ее сдал. То есть пришлось бы за ней бегать, если что. Меня зовут Зип. Не думаю, что это сокращение, потому что я понятия не имею от чего. Зипи... Зиперик? Зиптоломей? Так что да, приятно познакомиться, большой малыш. Может, у тебя и большие малышовые штуковины сверху есть? Ну, ядер колы не найдется? А, пожалуйста! Почему Зип? Или почему у меня вообще кличка? Ну, в смысле, почему меня не зовут просто Рики, или Янси, или Юстас Пи Уандербенгер Третий? В смысле, говорят, это потому что я очень быстрый, но это глупость, потому что я не думаю, что я такой уж быстрый. Это все остальные тормоза. Думаю, это одна из тех тайн, ответы на которые никто никогда не найдет. Вроде того, как люди делают пузырьки в ядерколе. Кстати, ядерколы не найдется? Да, и у меня есть барахло на обмен. Но если у тебя нет ядерки, ничего не получишь. Ни за что! Ладно, еще увидимся, мистер.
Ой, привет! Прости, ну, привет! Ладно. Привет! Пока-пока! Эй! Эй, как дела? Я в порядке. Еще один прекрасный день под землей. Привет. Ладно, пока. Кажется, я вижу что-то необычное. Новенькие в Little Lamplight. Ростом ты повыше наших, но так вроде ничего. Что тебя сюда привело? Так это ты! Ну, тогда я тебя от всей души благодарю. Моя сестричка Пенни снова со мной, а о большем я и не мечтал. Меня зовут Джозеф, и если я чем-то могу тебе помочь, ты только скажи. Как самый старший в городе, я занимаюсь обучением остальных, и кроме того, еще слежу за тем, чтобы дети мылись вовремя и выглядели прилично. Скажем, если тебе захочется подстричься, буду рад помочь. Только попроси. Не-а, дверь работает нормально. Компьютер сдох. Ну, может и не сдох, но точно не работает как надо. Я его выключу, чтобы энергию зря не жрал. Нет, никто его никогда и не записывал, а потом в один прекрасный день его забыли. Ну, ты понимаешь. Конечно, как хочешь. Пошли, это здесь. Эй! Эй! Конечно. В чем дело? Я помню, как спрашивал у Сполоха то же самое, когда мне было столько же лет, сколько тебе. Он сказал, что собирается в большой город, и что мы снова увидимся, когда я... Ты у меня смотри! А когда придет время, ты вырастешь и тоже покинешь Lamplight. И мы встретимся в большом городе. Это будет довольно скоро. Ну вот и все. Компьютер снова работает. Вот уж не знаю, что тебе с него. Поначалу у нас были только заметки, оставшиеся от взрослых, и несколько книг, которые взяли на экскурсию. Но с тех пор, как мы нашли убежище, поисковые команды нашли пленки для начального обучения. Чтение, математика, энциклопедии и так далее. Поисковые отряды больше не приносят много книг, но я стараюсь сохранять свои записки на компьютере для тех, кто придет после меня. Как правило, тому, чему они хотят учиться. У нас тут нет никаких учебных планов, но это значит, им действительно интересно то, что я преподаю. Но все изучают основы боя, стрельбы и выживания. По понятным причинам это всем интересно. Мы ввели в компьютер все книги и кассеты, но, если честно, есть много важных предметов, которые не освещают материалы из убежища. Хотелось бы большего, но мы все равно наверняка лучшая школа на пустошах. Может быть, и вообще единственная. Хорошо, что я смог помочь. Береги голову. Конечно, Пенни. Эй, как дела? У меня смотри. Новичок в городе, да? Если Макриди тебя впустил, значит, есть за что. Ладно, довольно формальностей. Кто ты и как тебе удалось уговорить Макриди? О, так это ты! Молодец! Я надеялся, что кто-то из вас прихватил немного их добра перед тем, как уйти. Ну, в качестве платы, что ли. Кстати говоря, я барахольщик, держу тут лавку. В которой, между прочим, я собрал очень много всякой всячины. Ну, которую я меняю на другую всякую всячину. Видишь, тот еще магазин. Зовут меня Боб, и я собираю всякое барахло. Не все должно быть сложным, видишь ли?
Ты из новеньких, и, судя по возрасту, не из местных. Ты кто? Тебе удалось спасти Пенни, Сэмми и Бельчонка. Выходит, ты и правда герой. Спасибо. Меня зовут Люси, и я тут всеобщая мамочка. Это значит, что я днями напролет целую болячки, чтоб зажили. Так что если поцарапаешься или божешься, или если тебя подстрелят, подрежут или облучат, приходи ко мне, герой, я помогу, чем смогу. Всегда есть какая-нибудь старшая сестра, которая знает, как наложить повязку и зашить порез. Так что со всеми мелкими неприятностями мы разбираемся. А кто-то в свое время понял, что некоторые растения и грибки впитывают радиацию. Малышам не нравится есть овощи, но им и болеть не нравится. Так и справляемся. Основы мы все знаем. Первая помощь в бою и так далее. Но у меня больше всего опыта с трудными случаями. Спотыкушка почти все знает о сложных случаях кройки и шитья. Ее хоть и дразнят, но рука у нее верная. Конечно, сейчас ей главное понять, что надо резать и что не надо. Так и есть. Особенно, чтобы выводить небольшие дозы радиации, которые мы все получаем от воды. Грибок просто впитывает ее. Но это не спасает от рахита, которым болеют самые младшие. Хочешь верь, хочешь нет, но я могу приготовить от него лекарство из экстракта бафаута. На самом деле, если ты уговоришь Макриди, я с радостью обменяю немного плесени на бафаут, но он должен дать согласие. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока ты не придешь за перевязкой. Спасибо. К счастью, у меня тут сегодня только содранные коленки и разбитые носы. В большой город хочешь? Ну еще бы! Правда? В смысле, ну да, конечно, это классное место. Ну, хватит болтовни, пойдем скорее. Ты же правда возьмешь меня в большой город, да? Отлично! Ура! Большой город, мы идем к тебе! Ты точно знаешь, куда идешь? У тебя такой вид, как у тех, кто заблудился. Давайте скорее двинемся в большой город. Ну почему так долго? Мы не заблудились? Еще не дошли? Знаю. Давай придумаем историю, чтобы скоротать время. Жил-был на свете человек. Его звали Святой Толедо, и он был могуч. И вот однажды
приходит огромный муравей и начинает разговаривать, словно он не муравей тупой, а вроде как тоже человек. И говорит: «Готовься к смерти». И как вы думаете, что наш герой сделал? Он придумал хитроумнейший план, и план сработал. И все назвали его гением. Конец! Вот и все, ребята. Ну почему так долго? Верно. Незаметно. Это я могу. О, значит, мы теперь крадемся тут? Круто. О, значит, мы теперь крадемся тут? Круто. Мы не заблудились? Знаю. Давай придумаем историю, чтобы скоротать время. Жил-был на свете пес. Его звали Супер-Пупер Дэйв, и он спасал людей от супермутантов и работорговцев, а также прочих гадостей. И вот однажды приходит огромный муравей и начинает разговаривать, словно он не муравей тупой, а вроде как тоже человек, и говорит: «Готовься к смерти». И как вы думаете, что наш герой сделал? Он придумал хитроумнейший план, и план сработал. И все назвали его гением. Конец. Всем спасибо, все свободны. Вот он. Мы почти дошли, давай! Ура! Ура! Мне уж казалось, что большой город не очень-то хорошее место. Но теперь, думаю, все будет хорошо. Спасибо тебе! Оказывается, взрослые часто по магазинам не ходят. Вот почему ничего такого тут нет. Ага. Да, вот поэтому. Понятия не имею. Думаю, это взрослые построили, когда их достали бродящие по округе сопляки. Спорим, так и было? Не забудь, если будет нужен помощник, я тут. О, это ты? Привет. Чего тебе надо? О, большинство пришло из Литл Лэмплайта. Рыжий и Добряк, и Сполох, и Лютик. Когда мы были детьми, мы играли вместе. Потом мы выросли и должны были уйти. Таковы правила. Так что мы собрались и направились сюда, как положено. Никто не сказал, что нас здесь ожидает. С того времени нам никогда не было весело, и большинство из нас теперь мертвы. До скорого.